хотел поговорить. Вот такой косарки купили мы 2 года назад. Вот она у нас как бы работает верой и правдой. Но один минус и косяк этой косарки в том, что у нее в основном всегда, постоянно выпадают вот эти вот колеса. Постоянно, короче. Только начинаешь косить, вибрация, короче, все, колесо одно, второе, третье, четвертое отпало. Ё-моё. Ну, я думал долго над этим, что можно сделать. И решил эту проблему. Смотрите. Элементарно взял. Тут такой вот идет, такая шайба идет. И все, больше ничего нет. И оно типа вот на разных уровнях колесо, типа, ну, делаешь уровень покоса травы, на каком тебе надо. Короче, решил эту проблему вот таким вот грайвером. Когда вибрация идет, он типа самоприжимной. Прижимается. И все, и колесо не отпадает. Так что, кому надо, это на заметку можете взять у меня. Проверить у себя, и тогда скажете, получилось, не получилось. И все. Вот так я решил эту проблему. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, пока.